Накануне матча «Крылья Советов Ростов» самарские полицейские напоминают о новых правилах поведения болельщиков на официальных спортивных соревнованиях. Напомню, соответствующий закон вступил в силу 20 января. За попытку пронести пиротехнические изделия, а также любые виды оружия, теперь грозит штраф. Наказание ждет из-за скандирования нецензурных речевок. Достаточно серьезные санкции законодатель предусмотрел. Это штраф от 3 до 10 тысяч рублей. Также судом может быть наложен запрет посещения спортивных мероприятий от 6 месяцев до 3 лет. То есть, если такое решение будет принято судом, гражданин больше ни на какое официальное мероприятие спортивное не попадет. Если же по вине болельщиков игра будет приостановлена, нарушителей заставят выплатить штраф от 10 до 15 тысяч рублей. И могут даже запретить особо буйным посещать спортивные мероприятия на срок до 7 лет.